Украинская певица «Елка», российская группа «Любэ» и звезда татарской эстрады «Салават» станут хедлайнерами фестиваля «Мы можем, мы вместе». Он пройдет на стадионе «Казань-Арена». Семейный марафон стартует в 10 часов утра и продлится до позднего вечера, когда небо над Казанью разорвет праздничный салют. Билетов на шоу не требуется. Сходи, проголосуй, получи на запястье бумажный браслетик «Я проголосовал» и развлекайся. После того, как этот браслет попадает на руку любому нашему избирателю, жителю, он превращается в такую, можно сказать, акцию, где человек может начать им пользоваться уже выходя с избирательного участка, а именно пользоваться транспортом общественным, любым, наземным, подземным, в течение всего дня. Помимо бесплатного проезда, список бонусов внушительный. Скидка в 20 копеек с каждого литра бензина на заправках Татнефтепродукта для водителей. 5% скидки в магазинах Быхетлеча, Акчак и Наша Марка для хозяек. И 20% скидка в аквапарк Ривьера для детворы. А кроме того, бесплатный вход во все музеи республики в день голосования. Я думаю, будет весело, будет. Надеемся, погода самая худшая, проплакала все вчера, и уже не хватит сил до субботы, и будет солнышко, поэтому будет хорошее настроение, и будем ждать все на мероприятии, весь наш город, всех наших жителей. Устраивая такой праздник, городские власти опираются на удачный опыт прошлого года, когда аналогичный праздничный марафон «Мой выбор, моя республика» на стадионе «Казань-Арена» плюс бонусы обеспечили явку казанцев на выборы в местный парламент на уровне 67%, больше на 3%, чем на выборах в Госсовет 2009 года. В этот раз выбираем не только депутатов местных советов, но и главу республики. Потому задача стоит побить прошлый рекорды, причем существенно. Сергей Шерстнев, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».